Сейчас погода в Донецкой области меняется ежедневно. Снег то падает, то тает. И такая перемена лишь усиливает бдительность украинских артиллеристов. Бойцы тщательно следят за маскировкой своего 28-тонного паладина, за которым противник постоянно ведет охоту. Постоянно они нас шукают, постоянно у нас идет маскировка, постоянные перекаты робимо, ну, ховаемся от них. В такій погоді не є добре, тому що багато відлітає ланцетів. Броня американской самоходной артиллерийской установки позволяет сдерживать удары снарядов. На ней уже есть следы от попаданий. Екипаж при этом не пострадал. Знаєте, осколок такий пішов, шов, і не пробило його. Тобто, якщо б пробило, то ну, б командира зацепило. Так дуже гарно. Ну, маленький. Там дальше шеи больше, тобто машина є досить надійна. Калібр снарядов самоходной гаубицы 155 мм, эффективная дальность огня 24 км. Например, при точном попадании боевая машина способна полностью уничтожить танк противника. Дальность нормальна, он позволяет доставать их как и по пехоте, так и по их технике, блиндажах, там, КП их. Куда наводит, туда и стреляем. Ну вот можно увидеть, как достаточно просторно внутри этой боевой машины. В экипаже 6 человек, и все они могут задействованы быть во время работы. А более того, хочу показать, вот там находится водитель механики. Он не отдален от группы, он находится вместе с остальными бойцами. Вот таким образом здесь может проходить коммуникация, все могут слышать, видеть друг друга и выполнять боевое задание. В паладине достаточно места для экипажа и боекомплекта. Снарядов за день заряжающий с позывным «Радо» может поднимать десятками. 48 килограмм и больше, да. Зависит от типа снаряда. Вы уже привыкли вот так вот постоянно 48 килограмм. Сколько реба, чтобы было, например, там 3 або 5 подряд так поднимало? 3-5 то не відчуваю. Це не знаю, як 3 семочки з'їсти и все. Серьезно, привыкли? Відчуття хіба що йде вже такої тяжкості після 20-го. Максимальная скорострельность паладина составляет до 4 выстрелов в минуту. САУ способна поражать достаточно маневренные объекты. Танки знищували, автомобілі, бліндажі, ворожі. Багато цілей. Іменно з цієї установки було знищено нами, нашим екіпажем. Своей боевой машине бойцы полностью доверяют. Говорят, здесь, на Бахмутском фронте, благодаря боевым мощностям паладина, они ежедневно сдерживают все попытки наступления противника. Пострел! Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала «Freedom».